Мне очень понравилось, очень зацепила и именно удивила уникальность и адаптированность этой настольной игры под наш украинский рынок. И большим инсайтом для меня сегодня случилось то, что я научился считать, ну, как-то правильно высчитывать процент от покупки и продажи недвижимости и ее примерно окупаемость. Потому что раньше я знал, что такие есть такие цифры, и все, для меня это была какая-то константа, непонятно, откуда она берется. В принципе, особо в это не вникал. Вот. А помимо этого, у меня еще обнаружились два, как мне сказали, моих ограничивающих убеждения, с которыми я хочу ознакомиться и, скорее всего, буду бороться. Вот. Могу игру оценить на 10 из 10. Ваша капуста, Саня, вы забыли. Моя капуста, да. Кстати, я еще миллионер, я туда и убился немножко. Ну, это уже такое. Это уже закат. Спасибо тебе большое.